Через несколько дней Самара превратится в один большой сплошной праздничный литературный клондайк. День города зашагает по всем районам. Столицу Поволжья ждут концерты, выставки, интерактивы. 19 площадок по всей Самаре приглашают гостей, и все они объединены тематикой года литературы. Такую задачу поставил при подготовке мероприятия глава администрации Олег Фурсов. Год литературы подсказал нам такую, знаете, мы нашу набережную в общем и целом от Ладьи до Речного вокзала представили как такую книжку-раскладушку, в которой вот на этой странице можно прочитать об этом, на этой – об этом. А с другой стороны, наша набережная может быть представлена как такая очень большая гостеприимная квартира. Детскую комнату этой гостеприимной квартиры представит фестиваль молодежной культуры «Старт» на первой очереди набережной. Здесь же состоится вручение премии «Золотой пазл», а также расположится шатер инноваций. Именно молодые творцы техники будут представлять свои работы. Это проект «Футурум» и также проект «Эра 2D2». Будет довольно-таки интересно. Квадрокоптеры разнообразные, 3D-сканеры, 3D-принтеры, 3D-ручки. Все это будет представлено в шатре, в нескольких шатрах инноваций на Красноармейском спуске. Впервые праздник охватит всю Самарскую набережную. Будет и спорт, и театральные подмостки, и кино, и, конечно, литература. На площадках читающий город и литературная гостиная. Музыкальное оформление тоже с сюрпризом. Кроме родных самарских коллективов прибудут белорусские и московские гости. В год своего 25-летнего юбилея перед самарцами на набережной у Ладьи в 20:00 выступит знаменитый хор турецкого с хитами разных лет. Знаменателен день будет еще одним важным событием. 13 сентября 1990 года в Самаре было возвращено историческое название. Горсовет 13 сентября 1990 года, 25 лет назад, принял решение о возвращении нам исторического имени. Куйбышев был переименован в Самару. Год назад на полевом спуске набережной появился памятник основателю и первому воеводе Самары князю Григорию Засекину. Год спустя здесь состоится торжественная церемония возложения цветов. И это решено сделать новой общегородской традицией. Всех горожан ждут у памятника Засекина 13 сентября в полдень. Это станет своеобразным стартом праздничных мероприятий на набережной в День города. Завершится день рождения Самары фейерверком у Ладьи в 22:00. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.